Накануне Международного женского дня глава Люберец Владимир Ружицкий встретился с представительницами сообщества «Нежный бизнес». На сегодняшний день в рядах общественного движения женщин-предпринимателей 35 люберчанок. Среди них кондитеры, декораторы, организаторы праздников, производители мебели и пряжи. На встрече обсудили актуальные вопросы бизнеса и ближайшие планы членов сообщества. Я искренне хотел бы вам пожелать, чтобы вы были всегда успешны, здоровы, в этой конкурентной среде были бы самыми конкурентными, и всегда ваши там товары, услуги, они были бы востребованы. Напомню, общественное движение женщин-предпринимателей «Нежный бизнес» создано по инициативе Министерства инвестиций и инноваций Московской области в январе прошлого года. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.